Цхинвале продолжается ремонт придомовых территорий. Сотрудники ЖКХ столичной администрации на прошлой неделе приступили к благоустройству дворов на улице Целинников. На первом этапе коммунальщики заменили подземные коммуникации. Теперь они заняты земляными работами. Снимают верхний слой дорожного участка и готовят полотно к асфальтированию. Проводятся работы по выемке грунта. Уже демонтированы старые существующие паритники и бордюры, на место которых будут установлены, соответственно, новые бортовые камни. Здесь мы находимся на территории домов Целинников 4, 5 и 6. В течение 2 недель здесь должны быть завершены уже работы. И после этого уже перейдут на благоустройство территорий жилых домов по Целинников 1, 2, 16 и 17. Там будут тоже проводиться аналогичные работы, то есть это демонтаж бордюров, бортовых камней, установка новых бортовых камней, выемка грунта, проверка частей и тротуаров, отсыпка песчано-гравийной смесью, уплотнение, а затем уже асфальтирование. Дворы многоэтажек на улице Целинников не ремонтировались долгие годы. Это создавало определенные трудности горожанам. В летний период было пыльно, в дождливую погоду невозможно было ни пройти, ни проехать. Наконец, очередь дошла и до них. Уже к концу этого года многолетняя проблема жителей будет решена. В ходе обустройства придомовых территорий коммунальщики сносят ветхие строения, которые портят внешний облик и мешают строительному процессу. По согласованию с архитектором города будут демонтированы старые сараи, заборы, гаражи, которые уже непригодны, которые портят вид, облик дворовых территорий. Соответственно, все работы мы с учетом условий финансирования, соответственно, планируем завершить к октябрю текущего года. Работа по облагораживанию дворовых участков была начата 3 года назад. За это время благоустроенные придомовые территории на улицах Ленина, Гафеза, Миротворцев, несколько придомовых территорий на улице Целинников и Московском микрорайоне. Как заверили столичные власти, работа в этом направлении будет продолжена. Уже к концу текущего года планируют капитально отремонтировать дворы на улице Привокзальная и Целинников. Зарина Кочеева, Альдина Чехоева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня.